Животноводы района подвели итоги. В молочно-товарном комплексе деревни Кушьелга подразделение ТАН состоялся семинар-совещание по анализу деятельности отрасли животноводства за 10 месяцев 2020 года в хозяйствах Заинского района. В работе семинара приняли участие глава района Разиф Каримов, главные специалисты агрохолдинга и управления сельского хозяйства и продовольствия. Были рассмотрены актуальные вопросы деятельности животновода, в том числе был сделан анализ по воспроизводству стада за 10 месяцев, обговорена текущая ситуация на фермах, обозначены задачи на ближайшую перспективу. За 10 месяцев года среднесуточные надои молока по району составляют 15 килограммов. Задача поставлена – довести этот показатель до 20. В районе созданы все условия для выполнения этой задачи. Есть хорошая материально-техническая база молочных комплексов, обеспечена очень качественная кормовая база. Ежегодно, последние годы, как бы то ни было, за последние 5 лет, животноводов 100% обеспечивали хорошими кормами. Таких кормов, я не знаю, много ли районов имеют. И по качеству сегодня за техникой те люди, которые готовят, значит, составляют рационы, но входят уже, выбирают, значит, по качеству, по соответствию. Последние 3 года максимально уже получилось и обеспечивание отрасли животноводства и плющенным зерном. В рамках семинара также был посещен молочно-товарный комплекс, где участники семинара знакомились с технологией содержания и кормления скота. Главой района Разифом Каримовым перед животноводами поставлена задача организации полноценного кормления дойного стада. На сегодняшний день в районе насчитывается 4629 дойных коров. Всего ежесуточно в зачетном весе сдается 74 тонны молока.